балета «Дягилев сезон» Якутского театра проходит не в родных стенах коллектива, а в Тюменском драматическом. Первый показ приурочили к открытию гастролей. Для нас сегодня, в нынешней ситуации, это замечательная возможность рассказать о времени конца 19-го, начала 20 века, о творчестве Дягилева и вообще о жизни театра. На гастроли коллектив привез 80 тонн декораций, 350 костюмов, камерный оркестр, приехала труппа в составе 70 человек. В Якутском театре был только генеральный прогон, и для премьеры пришлось адаптировать спектакль к другой сцене. Ваша сцена гораздо шире, наверное, глубже, но немножко со светом, да, непривычно. Нет, карманов, да. Они шире из-за кулис. И, наверное, все-таки балетная сцена, она имеет более такой специфический пол у вас. Ну, ровный, конечно, это тоже трудности для нас, но думаю, что все поправимо. Интересно, что в спектакле «Дягилев сезон» на сцену выходят не только артисты балета, но и сотрудники цехов. Ведь эта постановка о закулисье дягилевской эпохи, интригах, любовном треугольнике. Однако сюжет не исторический, а фантазия на тему тех событий. Поэтому, кроме классической хореографии, есть еще и современная. Я уже смотрела балет, это в Петербурге, в Михайловском, в Александринском театре. Но там были классические балеты, а здесь это очень новое, свежее, очень интересная постановка. Присутствует интрига. Не каждый раз, не ожидая, что произойдет в следующие 5 минут. Очень интересно. Мы очень рады, что труппа и художественный руководитель Сергей Сергеевич выбрали именно наш регион для премьеры. Я считаю, что это большая честь. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено. Возможно, когда-то наши зрители увидят не только балет, но и оперу Государственного театра оперы и балета Республики Саха и Якутия. Сегодня коллектив закрывает гастроли в Тюмени спектаклем «Балет-гала». Билеты на него полностью раскупили еще на прошлой неделе. Дарья Власова, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.